Здравствуйте. Да, была в магазине, покупала вот эти прекрасные цветы реанимашки по хорошей цене. Я вам уже рассказывала о них, показывала, какая цена. Это 50 гривен, а эти 124, по-моему. Вот. И я купила две совсем реанимашки и буду сейчас с ними проводить такие действия, чтобы нарастить у них корни. Это вообще реанимашки. Посмотрите, они полностью без корней. Это камбрия. Там в продаже были черные камбрии, как паучки, такие красивые. Я их, к сожалению, не сфотографировала. Ну ничего, будем наращивать корневую систему. Сейчас покажу, каким способом я буду это делать. И вот такая вот реанимашка попалась. Вообще без корней. Посмотрите, какие вялые листья. Этот уже желтеет. Внутри листочка нет молодого, никакого ростика. Но стволик не желтый, видите? Не сильно выпущен. Ну, корневая подсохла полностью. Она просто валялась вот так вот, вывалившись из горшка. И мне ее дали за бесценок вообще. Ну, будем сегодня их спасать. И эту. Камбрия и фаленопсис. Сегодня у нас главные герои этого дня. Камбрию я сегодня посажу в мох. Я была в лесу и набрала мха. Я потом сделаю видео, покажу, как я была в лесу. Смотрите, какой красивый мох. И сейчас я буду сажать в нее камбрию. У меня были случаи. Ну, тоже брала без корешков камбрию. И у меня получалось наращивать корни. Видите, какая она слабенькая. Даже нет материнской бульбы. Ну, сейчас попробуем. Вот для этого я взяла стаканчик. Обыкновенный стаканчик. От сметаны, от чего там угодно. Это была сладкая вата. И уложу в этот стаканчик мох. Мох я уложила в стаканчик очень плотно. Вот видите. А внизу должна быть пустота. Для чего? Так как я буду наливать водички, внизу будет постоянно вода, а мох не должен дотрагиваться к воде. И таким образом моя камбрия будет наращивать корни. Вот так пальчиком я проделаю углубление. И возьму свою камбрию и просто вставлю ее. Все. В данном случае она у меня не падает. А если бы падала, еще можно бы поставить подпорочки, палочки. Глубже ее углублять не нужно, так как с верхней части она корней вообще не пустит. Так углубила до такого уровня, чтобы она только держалась. Ну вот у меня мох остался. Могу здесь сбоку еще поставить ей, чтобы она не падала. Вот так. Ну, мох и украшает, я вам скажу, оно красиво. Вот. Видите, как я моховую подушку сделала. И в таком состоянии она у меня будет наращивать корни. Посмотрим, сколько она времени ей понадобится на то, чтобы нарастить корни. Сегодня у меня 30 октября 2019 года. Когда она пустит первый корешочек, хотя бы один, я вам сниму видео и покажу. В каком состоянии она была, я вам показала. А дальше будем за ней наблюдать, за этой камбрией. Теперь переходим к фаленопсису. Чтобы нарастить у фаленопсиса корень, в мох
не сильно подходит, хотя были у меня эксперименты, что получалось. Но в данном случае здесь лист совсем вялый, и мох ей не подходит. Ей нужна другая система для фаленопсиса. Я ее поставлю вот так в стаканчик и налью сюда воды, вот до этого уровня, чтобы только доставал капелечку корешок. И она в таком состоянии будет у меня стоять. Но воды я не просто налью, а немного с удобрением. С каким удобрением? Сейчас я вам буду рассказывать. Вот я взяла литр воды, отстоянной, с фильтра. С вечера я набрала с фильтра воды. И добавлю в него препарат HB101. Вы уже, наверное, слышали про этот препарат. Это виталайзер натуральный. Выжимки растений. Одну капельку. Нет, три капельки. У нас сильно плохое состояние. Три капельки этого удобрения. Это не удобрение, это стимулятор роста. Очень хороший. Если хотите, попробуйте тоже ним. Я и орхидейки поливаю иногда. Ну ладно. Теперь добавим препарат. Вот такой. Витамин В1. Одну ампулку сейчас я разобью. Вот. И добавим в этот. Запах такой витаминизированный сразу получился. Все, препарат я вылила. Это для того, чтобы нарастить у наших реанимашек корневую систему. Вот эти два препарата очень хорошо подходят. Я пробовала уже несколько раз, и получается. Вот, смотрите, на примере вот эта орхидейка. У нее, я ее отделила от мамки. И неправильно немножко отделила, повредила стволик. И корней не было. Посмотрите, какой корень она нарастила. И вон второй корень, и уже загибается. А в этом месте, видите, какая она. И она пошла этим препаратом расти. Эту крышечку я сделала для того, она вываливалась полностью. И вот уже набухло, еще что-то будет пробиваться, листочек один. Листик пошел в рост. Это все вот этим препаратом я нарастила корневую систему. Я считаю, что неплохая эта корневая. Теперь приступим к моим реанимашкам. Теперь мне нужно помешать, чтобы хорошо вымешалось. Но рукой неудобно. Вынимаем реанимашечку. Наливаем препарат. Примеряем. Вот так, смотрите. Больше ее глубже не надо сажать. Вот в таком состоянии она будет у меня стоять. Вот этот маленький корешочек дотрагивается до воды. Вот. Слегка. Если вода испарится, нужно будет добавить. Теперь с камбрией, как я поступаю. С камбрией по краю горшка наливаю до такой уровни, чтобы внизу был препарат. Ну, один раз можно полить саму камбрию, капельку. Вот. И вот так она тоже у меня будет стоять в живом мху. Это очень хорошо они уживаются вместе. Орхидейка с мхом. Это такой сфагнум мох не подходит. А именно живой мох хорошо в нем наращиваются корешочки. Да, забыла вам сказать. Эти орхидеи, реанимашки, на окно ставить нельзя. Так как на окне вода холодная будет. И
корневая система очень плохо наращивается, иногда даже загнивает, несмотря на то, что я буду добавлять препарат или не буду какой-то стимулятор роста добавлять. Все равно от перепада холодной воды корневая система наращивается очень плохо. Для этого нужно поставить либо под лампу, если у вас есть, если нет, на тумбочку в комнате, чтобы свет попадал. Свет им я не под, ну, я под лампу не ставлю. Я ставлю просто на тумбочку напротив окна. Так я наращиваю корневую систему у своих реанимашек. Эту я сейчас тоже поменяю. Сниму ей крышечку. Вот я секатором срезала уголок крышечки. И нужно вынуть орхидейку аккуратненько. Попробую, не поломал ее одной рукой. Потому что ее уже там неудобно. Хочу вам показать ее поближе. Вот, смотрите, как она корешочек нарастила. Сейчас я ее поставлю тоже в этот препарат. Вот я помыла стаканчик. Налью ей немножко препарата. Я ее буду ставить только, чтобы нижний корешок дотрагивался до воды. Верхний не будет у меня дотрагиваться. Надо ее длиннее стаканчик поставить. Потому что она уже упирается краем корня. Уже слишком длинный корешок получается. Ну, я потом переставлю в следующий раз. Пусть попьет водички, уже постоит так, как есть. Но ей неудобно в этом стакане. Вот я ей принесла бокал такой от пива. Сейчас я налью сюда препараты, здесь ей будет хорошо. И переставлю. Этот препарат у меня пахнет витаминками. Вот посмотрите, как я поставила. Корешочек чуть-чуть достает. Больше не нужно. И так она у меня будет стоять. И посмотрим, как она будет наращивать корневую систему. Все, что нарастет новое, я вам буду показывать в своих видео. Оставайтесь вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. А это реанимашки, которые я снимала в прошлый раз, как только я купила. Я их оставила на сутки на карантине. Пройдут сутки, я покажу продолжение видео, что с ними буду делать дальше. Я их попоила препаратом HB101, чтобы они пришли в себя. И, как видите, они отошли. Цветочки стали тверденькие, плотные. Вот этот цветочек отсох, видите. Его можно будет снять. А все остальные цветочки и вот почки не пострадали. До свидания!